12 растлителям несовершеннолетних вынесли обвинительный приговор в Шымкенте. Такие итоги за прошлый год подвели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Дела поступили к представителям Фемиды по трем статьям – изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развращение малолетних. Всех подсудимых признали виновными и назначили им тюремные сроки. Однако по заключению психологической экспертизы педофилами их не признали. Соответственно, химическую кастрацию им также не назначили. Они все 100% были осуждены к лишению свободы, разные сроки. По ним не была назначена кастрация, химическая кастрация, в связи с тем, что они не были признаны педофилами. Для назначения химической кастрации необходимо они должны быть признаны психиатрами, экспертами педофилами. Если они будут, их признают, мы применяем данные принудительные меры медицинского характера. В Шымкенте в 2022 году приговор вынесли 20 педофилам. В отношении 4 из них принудительно провели процедуру химической кастрации. Введение гормональных препаратов, которые блокируют выработку тестостерона, осужденные получили в качестве дополнительной меры наказания к тюремному заключению.